Привет подписчикам, друзьям и гостям моего канала. Меня зовут Татьяна. Сегодня 4 декабря, и я начинаю спасательную операцию 7 мини-орхидеек, которые достались мне по случаю. Достались они мне не бесплатно, и уже у меня они на протяжении 2 с небольшим месяцев. Были они в стеклянных керамических стаканчиках и полностью были в торфяных горшочках. Ну, таких, как обычно, орхидеи под попкой. Проехали они довольно-таки дальний путь. Были немножко подморожены в дороге. И, значит, на сегодня вот такая вот ситуация. После того, как приехали они ко мне, я удалила через пару дней у них все эти торфяные стаканчики. Корешки оказались все гнилые. Сняла отгнивший, отсохший веломен. И, значит, поставила их в мох, обмотала мхом. Мох не поливала, так как они все были залитые и сырые. И стояли у меня они во мху приблизительно месяц. Затем я следила за их состоянием. И мне показалось, что плохо они себя чувствуют во мху. Все-таки мох натягивает влажность. И я их пересадила все в один горшочек в кору. И вот на сегодняшний день просидели они в коре еще с месяц. И смотрю, что состояние их также не лучшее. И просят они водички попить некоторые. Сегодня я решила их достать из коры и поставить в стаканчике с водой. Добавлять чуть-чуть водички. Применить так называемый метод выращивания орхидей в воде. Ну вот сейчас хочу показать каждую, как себя чувствует каждая орхидейка. Вот эта вот орхидейка, у нее есть корешочки, но как бы пока сидят. Также хочу сказать, что были подвержены атаке трипса, с которым я боролась. Вот. Стали они у меня наращивать листочки, но эти листочки уже оказались повреждены трипсом. Провела я одну обработку, и вроде бы пока на данный момент все нормально. Так, следующая орхидейка. Вот это вот была самая лучшая. И у нее осталось приличное количество корней. Чувствует она себя вот так. Также нарастила один маленький листик, который также повредился. Но в серединочке у нее уже растет еще один листочек, который полностью здоровый. Также заметила, что листочек вот этот вот начинает мокнуть. Не знаю, еще понаблюдаю, но скорее всего его придется подрезать. Вот это вот самая малявочка, у нее вообще нет ничего, но она дала листочек, умирать она не хочет, и я буду стараться. Вяленькая, и я буду стараться, ну, сделать все возможное,
что от меня зависит, чтобы она не погибла. Вот эта орхидейка успела в коре дать молодые корешки. Сейчас также удалю вот эти вот цветоносы, уже полностью отсохшие. Дала листочек. У нее не такие сильные повреждения от трипса. Вот. Подает хорошие надежды. Вот это вот тоже маленькая. И также у нее сморщиваются листочки. Тоже нет никаких корней. Листочек вот этот вот желтеет от шейки. Сегодня я его сниму. Но у нее также лезет молодой листок. Тоже попробую спасти. Так. Еще есть вот такой экземплярчик. Тоже стал давать молодые корешки. Своих у него чуть-чуть остатки. Но у него шикарные, довольно-таки крупные листья. Вот эти два листочка, что в центре, появились уже у меня. А вот этот вот листик больше всех был подморожен, и он побелел. Но здесь ничего не мокнет. Вот. Также удалю вот эти цветоносы. Покороче сделаю. Не нужны они тут. И поставлю в стаканчик с водой, чтобы корешки тянулись к водичке. И также у меня есть одна минечка, у которой цветоносы не хотят отсыхать. Отрезать я их не буду. Пускай берет от них питание. Считается, что все-таки орхидеи вытягивают из листьев и из цветоносов все, что им необходимо. Стоит она у меня в водичке, уже там чуть-чуть на донышке. И у нее раскуклился старый корешок. И появился молодой новый корешок. На листочке у нее имеется вот такое повреждение, но оно механическое, сухое, не мокнет. И пока удалять лист нет необходимости. Также у нее в серединочке лезет еще один молодой листочек. Вот. Хотят жить. Буду стараться помочь им. Цвели у меня с цветочками, достались только пару орхидей. Это вот это вот, на которой было 4 цветка. Ну, розового такого обычного цвета. И еще одна была орхидейка с цветами. Сейчас уже не могу сказать, какая. Но они были одинаковые. Хочу все-таки посмотреть, какого цвета будут другие. Вот. Как бороться с трипсом, я уже рассказывала. Но, побывав по случаю в Ашане, увидела новое средство, которое приобрела и применяла непосредственно только на этих орхидейках. Оно по описанию применяется только один раз. Выглядит оно вот так, уже полностью готовое к использованию. Это от августа. От тли, белокрылки, цикадки и трипсов. Вот. Заявлено, что после первого использования оказывает действие губительное на этих насекомых. Вот, кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Здесь вот у него открывается, но мне сейчас неудобно. Там есть информация по использованию. И по моим наблюдениям,
Ну, вроде бы после обработки стало все нормально. Листочки уже дают молодой прирост без повреждений. Ну вот, на сегодня у меня все. Задача поставлена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Буду продолжать снимать видео, как себя чувствуют эти орхидейки. Всем спасибо за просмотр.